Ширина улицы Умарбаева-Малкарова 26 метров, длина 1,5 километра. Здесь с двух сторон, по словам специалистов, пройдут дороги шириной 7 метров. Остальная территория будет озеленена. Это одна из 26 дорог в микрорайоне Самал-1. Здесь же пройдет ирригационная система. В микрорайоне Самал вместе с дорогой велась прокладка канализационной системы. Нам поэтому пришлось остановить работы, чтобы подключить абонентов к канализации. Теперь, когда закончилось подключение, мы можем работать дальше. Этим и объясняется задержка в работе. А жители микрорайона Нуртас, проживающие на улице Гульдала, до сегодняшнего дня сами как могли занимались благоустройством инфраструктуры. По словам горожан, они за свой счет усыпали дорогу гравием, сами сделали пешеходные дорожки и лишь просят власти проложить сверху асфальт. Я здесь живу уже 10 лет. Нам постоянно обещают, что положат асфальт. Но до дела так и не доходит. Куда мы только не обращались, все бесполезно. В этом году было запланировано провести средний ремонт на 80 улицах. На 20 из них ведутся работы по прокладке тротуаров. На ремонт предусмотрено 2 миллиарда тенге. Данияр Худайбергенов, Амантай Ульбеков, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».